На каждом таком растении созревают десятки тысяч семян. Они разносятся ветром и водоемами, прилипают к шерсти домашних животных, подошвам обуви и даже колесам автомобилей. Молодой сорняк крайне жизнеспособен, он переживает холода и засуху. А если условия станут слишком некомфортными, он отложит свое цветение и даст семена позже, спустя годы. Борьба с борщевиком Сосновского в округе проходит в два этапа. С 1 мая до 20 июня и с 20 июня до 31 августа будут обрабатывать оставшиеся растения или новые всходы. Уничтожают сорняк с помощью специального химического состава. Он не опасен для людей и животных, но губителен для борщевика. Самое главное – не давать растению образовывать семена. Через пару часов останавливаем его рост. Потом, когда гербицид спускается до корня, начинает уничтожать корень. Самый эффективный способ. И не допускает цветения. То есть растение полностью уничтожается после обработки? Да. Само растение, да, но и семечки могут зайти. Сорняк может вызывать дерматиты, ожоги и слепоту. Нередко люди, сломавшие растения по незнанию, попадают в реанимацию. Особенно сильно последствия ожогов проявляются на солнце, появляются волдыри. А если сок борщевика попадет в глаза, то можно и ослепнуть. Поэтому бороться с ним нужно повсеместно. На муниципальных землях обработку производят подрядные организации по контрактам с администрацией городского округа. А вот частные территории – зона ответственности собственника. Можно срез сделать и обычной повариваемой солью засыпать корень. Либо хорошо концентрированным солевым раствором. И также выжгет корень. Выкапывать и все. В таких местах, где деревья защищают борщевик от солнца, дают ему дополнительную силу и питание, сорняк нуждается в особенной отдельной обработке. Подрядчик демонстрирует нам, насколько его химсостав проверен и безопасен для людей. Все? Проверим сорняк, который уже был обработан ранее. А здесь, на улице Заречной, 107, первый этап обработки борщевика состоялся 2 недели тому назад. Мы можем видеть результат этой обработки. Растение умирает. Чтобы оставить заявку на обработку территории от борщевика Сосновского, нужно обратиться в отдел по инвестициям и развитию предпринимательства администрации городского округа по указанным на экране телефонам. Анна Приенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.